Я вас приветствую, дорогие зрители. Я сейчас нахожусь в районе Обагё или Оба. Здесь продается квартира 2 плюс 1. Это как трикомнатная по турецким меркам сказали, а так двушка считается, да? Но мы здесь по-любому называем его трешкой, так как три комнаты. Итак, минимальная квадратура этой квартиры 100 метров. Квадратных метров, вся жилая площадь, полезная площадь. Первый балкон большой, который можно застеклить. В хорошей локации находится этот проект. Год сдачи 2006-2005 год. Хорошая территория, есть открытый бассейн. Сторона в этой части север и запад. Вот там второй балкон, это первый балкон, который можно, как сказал, застеклить, и еще будет добавочная комната. Мебель новая, кроме техники. Давай техника уже. Как-то можно и сменить. Посмотрим, есть ли доводчики. Нет. Так, мебель. Кондиционер тоже старый. Прихожая. Вот так. Высота потолка 260 сантиметров. Здесь у нас первая спальня. Где-то 12,5-13,5 квадратных метров. Вся полезная площадь. Она тоже большая, не маленькая, видите, да? Мраморный пол. Тут первый санузел. Угу. И здесь вторая спальня. Так, балкончик. Вот. Рядом вся инфраструктура для жизни. Даже до торгового центра Аланьева здесь где-то 3 минуты, 5 минут, 4-5 минут ходьбы максимум. Вот и мой шкаф. Так, здесь тоже у нас где-то 13-14 квадратных метров максимум. Второй санузел не маленький, как видите. Первый был маленький, этот побольше, где-то 6 квадратных метров. Раз, два, три. 4, 5, 5,5-6 квадратных метров. Итак, спускаюсь я вниз. Дорогие зрители, сразу скажу цену, не буду томить вас. Цена 169 500 евро. Айдат 500 лир. Это оплата за ежемесячное обслуживание территории. Зарплата платится также консьержу, который смотрит за этой территорией. Это бассейн, и там под электричество, лифт. Сервис, лифт и тому подобное. Так. На этаже у нас 4 квартиры. Вызовем лифт. Второй этаж от земли. Пожарная лесенка. Тут лестничная площадка. Вон лифт такой. Насчет землетрясения я вам этих роликов высказал. Тут лесенки. Так что Алания считается научно доказано, что не сейсмическая зона, но волны доходят из эпицентра. Да сюда доходят. Проекты были построены по сейсмоустойчивым системам с 1997 года и выше. Но на данный момент уже введут новые условия, как бы сделают опору, и между опорами как X хотят сделать, но это добавочная цена будет, и цены опять на недвижимость поднимутся. Итак, вот эта территория, фасад здания, бассейн.
тех местах, где произошло землетрясение, вы видели, что разрушили здание, но там было, опять скажу, вертикальное движение плит. Там никакое здание не устоит. Было 7,7 баллов магнитуды на глубине 7 километров. А это означает мощность этого землетрясения в 11-12 баллов магнитуды была. На самом деле, вот такая мощность была там. Вышел я во двор. Кстати, рядом протекает речка Оба. В том направлении. Видите, деревья. Давайте я пройдусь туда. Покажу, что этот проект находится в хорошей локации также района Оба-Дёль. Оба. Оба-Дёль считается ближе к морю. Оба дальше этой дороги. Там в той стороне отели и море. Я сейчас пройдусь где-то 200 метров здесь. Давайте еще расскажу, чтобы было ясно, понятно многим. Где-то я объяснил, что вот глубина 7 километров, это не глубина 20 километров, как было в других точках мира. Допустим, Китай, Индонезия. Здесь была глубина 7 километров, в одном месте глубина 5 километров. И есть очень много фактов, это кажется, что это было искусственно сделано какими-то силами. Не буду говорить, кому интересно, пускай тоже исследует все, посмотрит в Ютубе, везде, в телеканалах, много информации об этом. Так вот, пришел я от речки. Здесь парк. Можно по этому парку пройтись прямо к пляжу. Там песчаный пляж. В той стороне детский парк. Тут можно клуб стрелков. Можно пострелять из лука. Вот прямо вот за этим деревьями. Там есть парк, как ресторанчик. Игровая площадка для детей, вот как-то вам показать, вы видите, между ними вот цветные, видите, качели там, короче. В той стороне торгового центра Аланиум, метро в этой стороне, метро было в шаговой доступности от этого проекта, где я снимал эти квартиры. Вот по этой линии прямо можете выйти к морю, тоже хорошее место. До центра города 5 минут, там 4-5 минут езды на машине. Все, с вами был Агасий, Солнечная Лания, район Оба-Дёль. Всем пока-пока.